ко мне попали такие лыжи. Ну, можно сказать, там ерунда, все давно знают об этих лыжах. Ну, ко мне вот они попали, и я решил снять небольшое видео, просто потому что мне очень это интересно. Это лыжи Speedmax 3D. Вот одна лыжа стоит вот. Вот стоит другая поверхностью, поверхность 3D. Лыжи купленные в этом году, вернее в декабре, заказаны через Красногорск по весу. Вот я знаю, чьи это лыжи моего приятеля. Вот. 3D, боковая скользящая поверхность, желтая, но по факту скажу вам, что это просто пленка. Вот если вот эти лыжи, на них лак лежит, лак, вот, то вот на этих лыжах просто пленка. Тут ничего нет, это я знаю. Не буду говорить почему, но знаю. Вот. У него крепление World Cup, самый высший, там же он в Красногорске с лыжами вместе заказывал. Вот, вот такие лыжи, то есть чтобы отщелкнуть ее надо поднять, потом только повернуть. Вот уже модернизированное крепление. Вот. Вот у них есть шильдик FA-112. Вот все у них есть. Не буду этикетку рассказывать, ничего, это все сказано. Вот тут у них есть номер. Вот. В чем вообще вызван вот это видео? То есть мы с ним сегодня бегали вместе. У меня были россиньолы, у него были вот эти вот фишера. Они были приготовлены в ауфте легким фтором. Там он, наверное, -1, +10. Вот. И он сказал, что у меня лыжи не едут. Он вчера их готовил, то есть лыжи новые, лыжи свежие. Вот если сравнить с этим фишером, с моим, у меня 19-20 год РЦС. Вот концы, уже такие другие концы. И на пятке такой же желтый у него тоже. Желтый кусочек. Буквы чуть-чуть другие. Вот. В принципе-то остальное-то, в общем-то, я даже и не знаю. Ну, в общем, он сказал, что у него лыжи не едут, и что надо что-то с ними сделать. Я ему сказал, давай я попробую что-то с ними сделать, я просто приготовлю их так, как сам себе готовлю. И ты уже посмотришь, лучше будет или хуже. Ну, в общем-то, эти лыжи, они теплые, теплые. 610-й конструкции, то есть на мягкую трассу, как раз на сегодня. У нас сегодня плюс 3, снег уже такой за 2 дня ближе к водянистому, уже на 4-й день плюс. То есть, в принципе, должны они ехать-то. Вот. И я взялся их приготовить. Вот я сегодня их приготовил. Эти лыжи, прям вот там все, я взял Рекс, -2, +2, желтый, 11-й. Я их сделал, все как положено, вычистил, вот. Поэтому посмотрим, как они побегут, он их оттестит. Вот в структуре, вот в принципе, вот у меня лыжи не готовы. У меня лыжи, то есть я просто лыжи, после вчерашнего марафона, я их просто вычистил. Вот, конечно, у него парафинные чернее, они прям такие черные, у меня нет, но у меня ничего на них не лежит. Потому что я не знаю, какая будет погода, когда я буду на них бегать, у нас вообще грязь, одни ветки, вот. Может, на фишерах я бегать больше не буду, только для соревнований. Вот. Такие лыжи. И, в принципе, вот он мне скажет, во вторник он будет заниматься, он скажет, как я приготовил, почему. То есть, если эти лыжи не поедут в данной ситуации, то я не знаю, что с ними делать, почему они не едут. 3D он, кстати, брал мне, кажется, за 37 тысяч, плюс крепление еще. Давайте для чистоты эксперимента, я просто хочу его взвесить. Вот у меня есть весы, сколько же они весят, вот, как заявлено, не как заявлено. И правда ли они настолько легкие, что вот там вот ими все восхищаются. Я, конечно, очень уважаю Fisher, я все лыжи уважаю, но не знаю, как чего. Давайте попробуем. Потолок. Так, кладем. На весах выставлены нули. Нули. Ложим лыжу. 680 грамм. Даже с креплениями. Если крепление заявлено 173 грамм, мне кажется, такие крепления заявлены, то это очень много. Давайте я положу другую лыжу, чтобы мы знали вес пары. Для объективности. Другую лыжу положу, чтобы была пара. То есть пара 1348. Если крепление 200 грамм, значит пара весит больше, чем 1100. Вот. В частности, мы вешали сломон-карбон. Они весят с креплениями 1100 с креплениями. Но в ростовке 186, это 191. Но думаю, ростовка не так много играет. То есть это уже меня не очень впечатляет. И сейчас давайте взвесим. Так, значит, 1300. Сколько мы намерили? 1360. 1360.
1348, точно. И давайте майки взвесим. Вот это мои лыжи. Ростовка у них поменьше, 186. Я тоже их вешал. Я просто не помню, сколько они весят уже. Я, у меня память такая. 703. Ну, это лыжи деревянные, конечно. Что тут у них деревяшка. Это деревяшки. И крепление у них чуть-чуть похуже, то есть весит побольше. Это Price Skate. 1384. А те 1348, да? 50. 36 грамм. 36 грамм. Из них пускай на ростовку. Я прибавлю 20 грамм. 56 грамм. Не топовые крепления. То есть вот сами смотрите. Какая разница между Fisher RCS 19-20 года. И между Fisher. Сюда снимай, Наташ. И между Fisher. Fisher Speedmax 3D. Вот такое небольшое видео. Но я вам там напишу в комментариях, как они у него покатят, чего из этого получится, как чего. Вот такие 3D-шные лыжи. Лыжи, конечно, замечательные, но по весу я немножко расстроился. Всем пока, любите спорт, гоняйте на лыжах.